Водичка сегодня, конечно, идеальная, чистенькая. Вон там медуза одна плавает, но она ледяная вода, очень-очень холодная. В воду заходишь, очень холодная. Ну, люди купаются как бы. Я не рискую, хотел нырнуть, но что-то я передумал. Но она вообще идеально чистая. И ровненькая сегодня. Даже стоять что-то не очень хочется в этой воде, потому что она холодная реально. Потом померяю, в названии напишу, сколько градусов. Вот такая была бы чистенькая, еще и тепленькая водичка, вообще была бы сказка. Сегодня у нас что за число вообще? 11-е, по-моему. Ну, а на улице, правда, жарко. Солнце прям аж жарит. Вот когда заходит за тучки, становится прекрасно. А так очень жарко. Можно вот так снизу заснять, как мне писали. Байкал. Похож на Байкал. Так, если снимать, похож на Байкал. Сегодня практически волн нету. Ну так, немножко вам покажу, погодку расскажу. И все. Ну, как бы и люди поприезжали на кемпинге отдыхать. Вот там есть. Водичка, конечно, радует. Радует тем, что она очень чистая, вот такая. Сегодня воскресенье. Чуть поменьше, чем в субботу. Ну, есть народ. Но вода холодная.